Так, ну что ж, всем привет. Сегодня мы с Ленчиком погоняем еще раз герои-генералы. Вот, Ленчик там вроде все поднастроил. Сейчас будем пробовать. Здорово. Да, всем привет. Так, пока мы запускаем. Стоп. Что-то не запускается. Сейчас загружается. Вот видишь, тут работает вот эта фишка. Защита от мошенничества включена. Получение сведений о вашем профиле. То есть идет проверка на... Идет проверка на то, что целостность файлов игровых, как бы, я так понимаю. Так, герои. Ну-ка, пробуй ты теперь давай я покомандую пока. Да. Так, кидаю тебе приглас. Заглушку снимаю. Все, там все починил, все выбрал. О, мне, кстати, починить надо, что-то автоматика не сработала. Автопочинка стоит. А, это на пополнение патронов. Тоже починку надо ставить. Ну, а чинить кто будет? Да, кто? Поехали. Машину, что ты тут себе, мотоцикл можешь купить. Но у немцев мотоцикл, по-моему, с коляской, если не ошибаюсь. Ну-ка. Да, и он второй идет. Хороший, кстати, там пулемет на нем стоит. Мне сейчас доступен мотоцикл для пехоты, типа. На гусеницах. Я не знаю, как он поворачивает и зачем там руль. Странная машина. А еще есть у них грузовик с этим ПВО и такой броник с ПВО. Это самое нормальное, это этот с пулеметом Бобик. Ну, такой, как у меня? Да. Ну, такой он себе. Ну, он, да, как бы пойдет. Но я смотрю, тут второй, походу, и по воде еще плавает. Типа лодки. А, вездеход. Угу. Ну, там пулемета нет. Тут пулемет как бы решает. Ну да. Если правильно с него стрелять и правильно подводить. Так, погоди, мне какое-то письмо пришло. Тут бывает, коды раздают. Но тут что-то не то. Про этот пишут. Про обновление. О, мне аптечку разблокируют. Все-таки есть тут аптечки. Так, включаем клиент сам. Включаем меню. Так, проверяем. Смотрим. Да, все работает. Вот это приходится постоянно, блин, переключаться теперь.
Так, ну высаживаемся поближе к B3. А вот еще ближе там есть точка, я там появляюсь. Прям рядом с B3. Я пока оружие. Тогда мы погнали. Чуваки тут тупят. Мост берем. Чего вы тупите-то? Так, загрузился. Загрузился? Сейчас я за тобой вернусь. Ой, не на велосипеде же. Так, а тут, по-моему, выходится. Так, что-то я тебя не вижу. На B3 можешь где-то высадиться? Ну, рядом там. Не сейчас. Вижу тебя. А, вот. Такси, такси. Подвинься. Куда ты толстый едешь? Чё, пока на пролом? Оля, точку забирает, чувак. Что за хрень? В доме есть. Блять, меня перепугал. Это я. Кто? Да сзади нормально все. Так, ты где? Я наверх пошел. Давай. Надо подефить пока. Вот это ошибка некоторых, что пытаются сразу следующий брать. Бросают эти. Так, что там? Никого не видно? Ах, пока нет. Танкист, а ну подкинь меня. О, а чё, я могу стрелять? Да, да, в танке есть места, С переключаться по экипажу, ну по разным местам. И есть пулеметные, есть танкетки там типа. Ну, там угол обзора ограничен. Да, угол обзора ограничен. Ну как ты? Так хотел? Он не едет никуда. Ну так это ж танкисты, чувак. А это его расхуярили. Самолет, самолет. Это ж World of Tanks. Ой, а это танк. Блин. Он там стоял, втыкал не мог. У моста стоит, а у меня панзер этот был. Шрекчик какой-то. Так, тогда пока пешком высадимся. Так, попробуем. Блин, самолет тут. Самолеты жесткие, да. Ну, пацана убило. Ничего с тебя не упало. Я пошел, моя Б2. Я сзади тебя, да, давай. Команда, если что, через Q наводишь на точку и левой кнопкой мыши. Если ее забирают, то будет защитить написано. Если вот она красная, то атаковать. Делаем с Леней прорыв. Пули, пули свистят на голову. Буква Z ложится, если ж. Справа машина едет. А, или меня с... ебать, с пистолета убил. Где, тут рядом? Да, впереди, возле камня. Лежит. Это этот, танкист, кстати.
нахера. Так, сейчас я тут себе музычку добавлю. Походу перестарался я. Были враг план. Не знаю. Тварь с ППШ. Там же хрен проедешь. Понастроили. А прям тут у нас стоит дрочка. Сейчас. Сейчас, родной. А, иди. Танки пошли с другой стороны, блин. Со стороны горы танки идут. Да ты иди, иди. Сейчас я найду, где мост. Вот гад, а, стоит чисто на наших на проходе, блин. Сейчас я тебя достану. База не берется наша, нет? Что-то непонятно. Нихуя. Нихуя непонятно. Все, уже походу сняли. Гад, глянь, ранен всего лишь, я ж в голову попал. Они у нас на мосту сидят, гандоны. Они сейчас, короче, отобьют вот эту штуку. Сейчас мы ее потеряем. Отрезать хотят, понятно. Так, мы ваш план разгадали. Да ладно, забей, ты все равно не поймешь. Мост, они хотят забрать мост. О, видишь, сейчас мост начнут брать. Я ж тебе сказал. Вот гандоны хитрые, а. Але тут танк на горе. Угу. Ну танки все по горе идут. Ты как он бил? Так, ты где сейчас, сзади?
Угу. Я тоже пешком иду. Не, на лице песня. А ты на велике? Да. Попал. Блин, как же оптики не хватает, а? Есть! Ты чё? Знаешь, сколько опыта дали? А? Просто космос. За что? Там расстояние было, я тебе говорю, там вообще не видно было. Ай, блядь, сзади тебя, да ебошит? Не вижу откуда. Да ё-моё, не видно откуда. Но линия обстрела должна показываться. По-моему, сзади тебя где-то с горы. Я не вижу. Попало. Немец упал с самолета. Они в домике все. Там гранатами надо закидывать. Ну, давай, давай. Да как так-то? Ёп. Так как так-то, а? За деревом спрятался я. Там слева стреляют. Да сзади а меня со спины стреляли. Б-триллером. Блин. Меня со спины стреляли. Вот за эту Б-3, я же говорю, ее оставляют. Так, я машину беру. Ты умер, не? Да. Сейчас на машине поедем. Блять, прям. Давай. Кто-то прям отсюда шмаляет. Без опаски. Ну, или ты встал? Ой, вот давай, садись. Панзерфаус взял. Стреляй. Вперед. Ну вперед, ну что не видишь на дороге, вон он. Вот же перед тобой. Ай, блядь. Так он слева, во-первых. Там и спереди был, а потом слева перед тобой. На дороге был один, а потом возле будки был, когда я уже врезался. Блять, я не пойму, как мне убрать вот эту боевую подготовку вверху. Не знаю, у меня нет. Блин, они вон там по склону ползут прям. Ай, блин, уже в здании. Б-3, да. Да, сейчас захватят. А мы сейчас, как обычно, насосем. А это ж вот я тут выхватил, тактика такая. Они сначала дают, чтоб ты подзабрал, чтоб основная масса туда ушла. Бля, прям в полете завалил. Все, они уже дальше поехали, чувак. Все, сейчас будем, сейчас будет слив. Да ё-моё.
что-то никто не едет, я тут жду. Поехали. Давай, тащи, он брат. К нам на базу, блядь, приехал на машине. Ничего страшного. На базу к нам. Базу, ну, я уже на другой базе, что я сделаю. Ты, а тупоря заехали, блядь. Да, готовься к сливу. Где-то запрятался, попробую его найти. Ну да, база большая. А, да, да. Сука, блядь, спрятался на нахуй, пидорас, блядь. Там, по-моему, поверху прыгает, я сейчас лезу наверх. Я по самолетам пока пошмаляю. Вот это пушка. Как обычно, не в кого стрелять. Так. А, у них танк подъехал под Б3, короче. А вот и самолет. Так, по мне кто-то шмаляет. Блин, снайпер. Ну вон же он на крыше. Сейчас будет опять отбирать хату. На какой крыше? На базе у нас, где большой завод. Так, пробую на крышу лезть. Я тоже лезу. Так, блин, берись. Куда заделся он? Все, нету. Нет? Он, видать, засел, да. Он вниз, видать, спустился в здание, сидит, ждет, пока там отобьют у вас. Только ее отобьют, начнет это вас. А как же мне спуститься там вниз теперь? Ну, опять шмалял. Да опять он, блядь. Опять оттуда же. Да как так-то? Прикинь, опять оттуда же снял. Все, я примерно понял, где он. Он на другой крыше. Я его отсюда не увижу. Наверное, какой именно? Нас. Да тут там чувак, забей. Забей хуй. Как тебе объяснить, тут крыша огромная. Я сам путаюсь. Ну, я сам не знаю. Есть. Я сам не знаю. Там есть вот на этом здании, где я, тоже есть труба. И на том есть труба. И на следующем труба есть. Какой тебе трубу надо? Чувак, хуйню не спрашивай сейчас. Как он так, блядь, залазит? Вот, да, на этой, вот где лестница, блядь, соло стоит.
Как он смог на нее залезть и спрятаться, я не пойму. Вот, я на этой крыше, блин. Где он? Его нет. Так. Стой, сука. Он уже в другое здание как-то перебежал. Блин, я ж разобьюсь. Как сюда зайти? Это я просто Рэмбо. Да, сука. Скользкий, сука, а? Потный. Да потный пиздец, чувак. Я его уже 100 раз убил. А он до сих пор тут сидит, чувак. Хуй на него. Поехали. Да, он уже убил. Токарев у него ник. Ты там тоже ногами подталкивай. А. Можешь карту посмотреть хоть раз. Он так прикольно выглядит. Такой едет. Нет. На танк не хочешь? Уже на танке поедем. Догоняй. Давай, давай, догоняй, поедем. А, я лечение нажимаю. На сбоку, сбоку. О, я залез. Да, я тоже. Только, блин, надо на броне опасно. Надо как-то внутрь. А ты колесико вовнутрь нажми, прокрути. Это мне подлечиться надо. Это что у нас, пантера, по-моему? Да. Подлечиться. Ты, по-моему, не поспеваешь. Он, видишь, командир вылез. Ему, чтобы оглядеться, надо вылазить из кабины. И в этот момент его можно убить. Эй, шеф, притормози. Да не, хай едет, я так догоним. Ты чё, это ж... Ну? О, я на этот. Я за пулемет. У меня в этот. Блин, сзади тут этот. Типок. Где? Ну, справа от вас был сзади. А, прям типок? Типок, да. С пулеметом. Ничего себе, не вижу. Блять. О, его теперь. Я лучше на его теперь. Да. Не, ну на машине-то получше будет, а на мотоцикле вообще бомба, я тебе говорю, он летает быстрее всех. Так, так, наши берут, отлично. Да ё-мо. Ага, они под Б2, он. Это же Б2, блин. Понятно, что под Б2 деваться. Все нормально, атакуем потихоньку. Б2 просто танками там поливается.
Забрали, да? Угу. Да. Ну, защищать ее надо. Ну, конечно, я же показал. Что-то нету их, как-то долго они идут. Может, они там решили закрепиться на B1 пока? Но. Они вон бегит, бегит, бегит. А не, не, на B2 есть тут. Стреляют. На крыше. Здорово. Да заебал, смотри там. Шмаляет. А где ты? Ты сзади? Я на... Да, о, да, ты да. Далеко, далеко еще. Сучка, да, он есть. Токарев? Не, какой-то другой. На B2 там. Как этот по крыше бегает? Меня тут черти где снимали, а этот свободно, ничего так. Может, он не стреляет. Ага. Не стреляет. О, тут противник один. Двое. Да ёпта, как так-то? Блин, разочек. Там чуть-чуть его осталось. Вот танец какой-то. Так, сейчас я на машине. Так, давай. А ты в B2 сидишь? Че, в B3? Да, тут пип, блядь. Да вот забей. О, давай я за тобой заеду сейчас. Сука, он там один, блядь. Да вот, вот и я ж тоже щемил одного. Бомбил, ну, решил бросить. Бля, Спанзерхаус там меня, ай, сука. Меня тоже завалил, чувак. Сейчас, беги, беги, сейчас я тебя подберу. Да беги вперед. На, на велосипеде. Я кого-то убил. Фу, ты четко сделал, я, по-моему, своего завалил. Так, вот тут он на мосту, смотри, куда ты, вперед смотри. Да вперед. Тут надо покурсировать, чуть потерпи. Блин. Тут проедешь. Все, погнали. Где-то тут он остался, хуй на него. Он прагит тебя называет. Ну понятно. Давай. Давай, 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 атакуем. Так. Че, херня? Блин, откуда? Сверху, под лестницей прям лег. Он гад, да? Блин, я застрял, пиздец. Что за херня? Сейчас еду за тобой. Блин, конченый вот этот проезд тут. Вау, победили что ли? Да, да. Ах, фу, тебя чуть не убили только что. Угу.
разжился. Да блин, а что такое? А, понял. Фух. Так, ну кто тут где? О, мы рядом. Я на 15-м, ты на 17-м. Все нормально. Ой, машину сломали. Чинить надо. Ящик с противо. Ну ладно, 6 тысяч стоит. Так не заработаешь. Ничего, потерпит. Так, поехали. Все там? И голдуш тут насыпают каждый день. Там, по-моему, за то, что ты зашел, 2 голды тебе дают. Голда помогает, если тебе денег не хватает, докупить за голду там. Слушай, а прицел-то мой качается. Чуть-чуть осталось, слышишь? Я потом смогу тебя убить, подобрать твой волн. А что, если я танкиста возьму? Они дают, прикинь. Нельзя танкистам. Это надо, чтобы у тебя тоже танкист был. Ну, танки, я тебе так скажу, это имба. Вот эти даже маленькие танкетки. Поначалу мы с Владом просто тут пол команды расшатываем. Ну, потому что там тупили, что у нас тупили, понимаешь? С танков хотя бы как-то проще. Голды дали, то не знаю зачем. Бонус за уровень игрока. Только толку от того, что мне оптику дадут, мне денег походу не хватит. Сколько она там стоит сейчас? А чё, как это толку? Ну там опыт надо выкачать, надо же его купить еще. Ну, деньги, да, ну. 50 тысяч, а он 90, по-моему, стоит. А, ну да. Ну, дорогое, снайперское оборудование очень дорогое. Так. А за голду сколько? Ой, я не помню, там смотреть надо. А с нами тот же Фростик, да, по-моему? С нами был. Он, кстати, нормальный, ничего так адекватный. Я вот не понимаю, там игра это. А, мультиплеер, дядь. Так, давай на B2 сразу. Ближе к B2. Я сразу ее сейчас беру. Сейчас, ну-ка, загрузить. Фростик не там загрузился. Сейчас сразу ее забираю тогда. Герман. Здорово, Герман.
Не видно нифига, ёпта. А ну, дыбани там в левый куст. А прикольно, да? Русские играют за немцев. Так, тут что это было только что? Уж тут мотоцикл есть. Так, так. Че, пересесть не могу? А, он же у меня не водитель. Угонять не может, походу. Не, я хочу на мотоцикле, че? Так, как тут занять? Да не в коляску я хочу. Можно же как-то взять мотоцикл, по-моему. Чё такое? На руль хочу. Бля, первый раз такой мотоцикл сесть не могу. Так, где ты? Не, игра крашнулась. Давай, я туда пошел. Так, куда ж нам идти тут? Походу на бодин. Эй, танкетка! Видишь, братан? Кэп, кэп, шеф. Что ты, гад-то, бросил-то меня одного? Куда ты, блин, попёр? Пули свистят над головой. Ух ты, блин. Самоуничтожение. Так, ну у нас все хорошо, нам тут, по сути, вот это вот забрать. Сейчас, по-моему, быстрая победа будет, братан. То ли наших тут много. 19 на 19, вроде нормально все. Ну и чё вы тут не можете? Давай, 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 где ж тут вход-то? Ну, все уже захватило. Есть. Все. А где победа там, все дела? Фанфары. Ну что, у тебя не снайпа там хорошая была, а? Да не, обычная. Все, победа. Ну что вы делали без батьки? Так. На седьмом месте уже лучше. А ты грузишься куда? В бой, что ли? А боя-то нет уже. Ну я вам бою. Пишет. Ну давай. А, так, нет, нифига, меня обманывает. Тут еще качать его и качать, походу. Да, у меня только вот сколько, а мне вон да сколько надо еще. Что-то меня обманули. Это прицел на другое там оружие. Может, чтобы перейти на следующий ранг, а мне еще таких три надо пройти будет. 44 тысячи надо дать, или 262 голды. Хотя, погоди.
Ну, это мне качественный прицел только дадут. А он мрачный. Так, может... кинь привоз. Угу. Держи. Так, я вот думаю, что-то тогда поднаверну. Тут оно что-то тут новое, что ли, появилось. Или это мне показывает, что у меня стоит. А тут... тут вот такую можно за 50 тысяч купить. Может, лучше будет. Спусковой крючок можно взять. Все три штуки открыты. Пружинки пооткрывались. Скорострельность. Повышенная скорострельность позволяет ускорить стрельбу из оружия, но это часто происходит за счет снижения меткости и стабилизации. Повышение дистанции позволяет поразить дальние цели. Дистанция не такая будет дальняя. А куда мне дальнее это сейчас? Вот, вот это мне походу сейчас и надо покупать. Сейчас посмотрим, что тут еще есть. Нержавеющий ствол. Так. На дистанцию увеличивает. А, ну и камуфляжа. А крючки что дают? Тоже на скорострельность. Ну, поставим сейчас вот эту пружину. Так. И починку ей. Да ладно, она так будет работать. Все, погнали. Я могу взять, по сути, карабин. Вот на него надо было прицел покупать. Там недорого. Ну, а завтра тогда, наверное, сталкера гасанемся с утра, там, не знаю. Или с обеда. Погоняем. Ну, да, можно. А в танке? И гоняешь? Ну, заходил. Поел на этом. Наконец сыграл. Ничего, так нормально, вот он. Переделали. Броня чистом. Это что за конь? Гусь, что ли? Конкуэр. Девятка. Британ. Вот он у меня есть. А что, его переделали? Да. Его же HD переделали и бронирование добавили. Более бронячий, но медленнее ездит. А, блин, он же такой, этот, динамичный был. Вот он мне чем и нравился. Но у него броня так была хорошая. Сейчас, если еще лучше, ну хрен с ним, с той скоростью. Не, ну это тестить надо. Чё, ну, понятно. Я-то один тест писал. Еще можем... У него самое преимущество пушка. Хорошим. Надо будет сегодня еще за советы поиграть. С ППШ побегать. ППШ, кстати, на гипствол в ближнем бою. Не, ну вот этот тоже пистолет-пулемет, который я купил. Угу. Не, он хороший, он у меня тоже есть. Нормально, в ближнем бою. Можно будет, я могу его, в принципе, взять с тобой поштурмать. Так, давай, я думаю, на С. С2. Так, я нагружусь. Не, ну будешь заходить туда, вроде. И все на машинах такие, погнали, погнали. Это там. В следующий раз. Выбирай карту, чтоб самолетом не было. Нет таких карт. Только маленькие. Есть карт. Там выбираешь, что это без авиации. Мне там на немецком, что ли, пишет? Ну да, я даже гляну. Аж интересно. Андрей Плаксенков. Пхилет. А чего вы так пишете криво? Наш так и читает. Так, а что вы там видите? А, вы меню видите, да? Блин, как же я забываю про эту штуку-то. Ну-ка. О. Кто свистел? Да что вы там мавашите? Он на чердак ему. На нах. Ну,
шмаляет. Свои, что ли? Вот дурачки. А ну дай свой ППШ сейчас. Сейчас мы пошмаляем. Блять, аж страшно подходить, ты чё? Выбежал чувак и прям ртом в мой ствол залез. Осталось только нажать. Я тебе говорю, это вообще такой хэдшот был. Так, что у нас там по карте дальше? С3, по-моему. Сейчас я машину возьму, заберу тебя. Че, тут рядом кто-то бьет? Слушай, они... Блин, тут какой-то этот... Кемпер, смотри, там слева где-то сидит. А, он в сарае, наверное. Или где он, погоди. Отбирает, отбирает. Где эта тварь? Это тут был. Ладно. Так откуда, не пойму. Я что-то не понял. Что-то я не понял. Винтовку мощную брал. Хорошая. Блин, откуда он шмаляет? Вот он до сих пор шмаляет. Он из дома не ушел. У него звук такой прям аж вообще. Жир. Че, едем дальше? Пошли, машина вон моя. Давай, давай, давай. Только Ctrl, Ctrl нажми. Пригнись пока. О. Красава. Это помогает, поверь. Блин. Вперед. Так, в объездную давай заедем. Ты мой сына взял? Да. Хочешь попробовать поснайперить? Давай. Сейчас вот сюда заедем. Вот камушек, видишь? Что это, что за звуки? Чувак, сзади. А, это снаряды летят. Не, все нормально. Это снаряды летят. Ничего себе звуки. Да, у меня убили. Не знаю, откуда. Ой, меня. Мосина тоже. Да, Мосина. Рядом прям. Бегал кто-то даже. Что-то я не помню, такое ощущение, как будто невидимый призрак за мной. Так, ладно. А как они узнали, что мы там были? Ах, ты. Машину садишься, не? Да тут защищаться надо, ты говорят. Да это ж я ставил. А, ну давай, поехали. Че, напролом тебе? Давай. Так, я дороги не вижу. Ну как-то так. Вот это разогнались. Сразу у двери вот эту ставлю. Вот они, вот они. Да, сука, не стреляет. Блин, да их тут дофига.
Я тоже недолго жил, давай. А где ты делся? А, блядь. Отбеги ты его. Да нет. Ничего, теперь у тебя панзер есть. Че, может подальше где-то? А их там дофига. Их там осиное гнездо прям. Ты живой? Давай тут пока. Блин, не видно нифига, капец. На никого не попал. А, это ты шмальнул? Да, это я. Захожу. Так, я внутри. Блин. Вот внутри трое, как минимум. Одного снял. Блин, с прицелом вижу автомат. Че этот карабин? Бери. О, взял. Взял. Бери, бери и тикай. Наверх натикай. Ой, он еще и как автомат, прикинь. То есть кнопку зажимаешь, он стреляет, а ну что это я не понял. Да, нифига себе карабин. Автоматически, с таким прицелом. Вот это бомба. Да. Ой. Тут у нас подобрался один чувачок. Стрелять с него, конечно, не особо удобно. А ты когда, короче, чужими винтовками пользуешься, тебе на них отдельный опыт качается. Ну да, логично. Еще и как логично. Блять, он помаз засел, короче, и отстреливает. Ну вот, я жарил с прицелом, это совсем другая тема. Это тебе не на мушку ту непонятную. Блин, ну отдача у него, конечно. Эти мощные, не помню. Тут во дворе есть. На цветы во дворе. А. В доме никого? Нет, пока нет. Где-то за ящиком где-то он. Тут. Едет, а тебя нету, да, уже? Блин, нету. Я подход. Там на машине сзади подъехали. Уходи куда-то, спрячься, зашкерься, сейчас будет заходить. О, давай ко мне. А тут. Ты вход смотри. Свой зашел. Свой, да. Я в окна смотрю. Так, наши ту начинают потихоньку дергать. Че, может поедем? Или тут сидим пока?
всплыл. Опять тут где-то. Не, приехали наш. Приехали. Ага, кто-то шмаляет внизу. Снизу, снизу он. Я вижу, меня тут щель не пробивает. Сука. Где ты делся, да? Вот он сзади тебя. Красава. И броня не пробита. Чё за херня, блядь? Ну он броне может. Ну, ну как? Так. Еще один где-то. Аккуратно. Ага, во дворе. Ага. Меня убили. Блин, меня убили. А, со снайперили не рядом? Не, рядом. Ох ты, тип. За двором. Ползишь ты, ёпта. О, это АБС-36 у меня. Только что убил, дали какой-то значок. Посмотри, что ли. Не хочет правую кнопку, надо кликать. Сильно близко к текстуре, типа. Ты, блин, лев поймал. СВТ-40. Ничего себе. Так, сейчас я там рядом. Да, убили. О, у меня машин нет уже, все. Спереди там. Впереди, короче, дальше. А, О2 берут уже. Надо дальше как-то продвигаться. Машину где-то достать. Тут хочешь повоевать? Да я смотрю, где тебя убили, может этот твой остался. А, может, попробую взять. Хорошая. А где тебя убили? У окна, у окна. У окна на сторону туда, в атаке. На О2? Да. Блин, телефон. Нет, по работе звонят. Я пока покатаюсь тут с чуваком. Стой ты, бро. Так. Парни, вышел пока. Саня, малыш, хай. Чё-то не густо народа у тебя на стриме. На О2.
Микрофон выключен. Все, сейчас возвращаемся. Так. Блин, ну экшон, скажешь? Просто главное не бомбить, конечно. Попытаться получить удовольствие, но то очень тяжело. Ну да. С нубооружием, так сказать. Вот, реально, взял более-менее нормальный ствол. Чувак, нагибается за милую душу. Так, тут один на цепь прибежал, попробую снять. Там же и патроны, и все там улучшает потихоньку. Я на О2 бил. Блин, пилотка с пистолета завалила меня. С2 забирает. С3. С3, да. Бегу. Наверху они там. И внизу один в засаде сидит. Чё там снайперы из кустов? Еще, блин, снайперов в кусты садят. Ах ты тварь. Мазила. Наверху есть? Да, конечно. Кто там такой, а? Сука. На, убил его. Ага. О, блин, с ППШ мне. Взял винтовку. Сейчас бегу. О, вот и где. Прикрой меня. Я на С2. Я дальше, чем С2, винтовка. Сука, меня убил. Блин, пидорас. Ну что тут, машины нет, что ли? Блин, нету. Велик хотя бы. Ой, только винтовку подобрал. Да, бывает, даже не успеваешь опробовать. Блин, там снайперы грёбаные. Так, мне надо температуру проверить, что-то не подлагивает ничего. Ой, так, как бы вот это вот дело свернуть. Угу. 58, да, нормально. ППШ взял. Все нормально с температурой. Так, сейчас вот это вернем на место. Да ёпта. Самолёт убил. Охуеть, как он по самолёту попал? Самолёта? Да, очень просто. Ля, они там... На цепи. Они сбоку заходят. Они уже заходят нам на этот. Они уже идут. Блять, они уже идут, чувак, на этот, на начало самое. На С2 или что там у нас? Ага, я вижу. Там прям табуном идут, сбоку обходят. А вот за камушком засел. Что-то движение. Защищали С2, а то я не знаю как. У тебя не получится, только. Командир может делать. А. Ага.
ты, блин, а он меня. Слушай, они в команде играют. Такое ощущение, что не одна команда, понял? Слышишь? То есть взвод не один на связи. Там бежало человек 5 точно. И так они четко отработали меня, просто жесть. Да, С2 надо убирать, короче. Да там все, походу. Что, закимперил, на. А ну что там у тебя за ствол был? Ты пилотка. О, вот это снайпа, чувак. Тут, походу, все ПС. Ай, сука, тоже второй. Не успел, да? Да, второй. Пилотки. А пилотки это, чувак, самые матерые типы. Мы даже по рангам можем посмотреть. Ты посмотри, какие у них там ранги охуевшие. Все, пизда нам. Сосамба по полной. Фул сосо. Там, там так. Бегут уже. Там такая оптика, братан. Как вот у меня этот кахлес. Чисто огромная. Бегут там, смотри. Ща. А где ты? Да я тут на мотоцикле. Да ты чё, заезжай. Как тебе мацага? Ты там потише, потише. Ебать. Как, я думал пострелять, а он так припарковался. Ну, оно немножко неудобно вот это пересаживаться постоянно. Блин, у тебя такой хреновый курок, если ты знал. Курок этот, мушка сведения. Ты все, да? Капец, там машина какая-то интересная. Да как так-то не попадаю? Быть такого не может. Он же стоит, ёпта. Капец, там... Такой горох. Ну это ладно, это я согласен, промазал. Ой, самолетов. И главное. Самолетов гасят. Да, главное 2 самолета. Даже 3. А наших вообще самолетов нет. Сука. О, ранен, ничего себе. Попал вслепую, но слепая слегка только ранилась. Мать, один потеряли. Шул нахер, рядом шмаляет, ты у нас оттуда. Мощенький, блядь. Да. Это был экшон. Да давай этот карты поставь там, чтобы больше не ставил. И без самолета. У меня самолеты где-то лагают. Ладно, сейчас. Вот схватка есть чуть поменьше. Давай, короче, с 2 схватки поставлю. Там какую выбери, такую выбери. Погнали. Так, надо закурить хоть одну. Плотно, плотно. Не, ну когда видишь, бывает, я вот смотрю, бывает так закидывают, что, да плюс советы еще, я не знаю, почему так сложилось, что
Я сам за Совет играл, чувак. Там чуваки чисто давят в основном. Немцы как-то постоянно, знаешь, жопой поворачиваются. Я тебя серьезно говорю, ну вот... Кто играет за немцев, они постоянно ломятся, постоянно спешат. А те этим пользуются, они дают им прорваться, потом в хоз заходят где-то в середину, садят туда чуваков и потихонечку отбивают защиту там. Хопа, и оно настолько быстро перебирается, короче, ты тупо теряешь все, что захватил. У них везде по человеку наготове там. Ну круто, круто все равно, надо учиться. Санек, ну если ты тут не густо и не густо, в руки им капуста. Не густо, потому что я им не нравлюсь, может, чем-то. Хуево. Потому что, ну, даже я заметил. Заметил, Лень, как у Джова упал онлайн на стримах? С 500 тысяч резко на 5. Это сколько? В 100 раз. Зритель ушел просто. Я, если честно, не смотрю стримы Джова. Ну, понятно. Не, ну вот сам даже посуди. Какими стримы были раньше? Ну, не то что какими, а это было что-то такое новое, и не у всех были мощные компы, и всем хотелось посмотреть игру какую-то там, да, или там научиться чему-то, вот. Ну, хочешь сказать, вспышку ты не смотрел никогда? Стримы по танкам я вообще не смотрел. Я смотрел видосы и там обучение и... Ну, гайды, грубо говоря. Да, я смотрел Джова, да, гайды. Ой, вспышки. Ну, когда так, я понял, ну, что все, точка маленькая. Джоу долбоёб, я пошел брать. Вообще я сразу на О2, на вторую. Пацаны пусть первую берут. Блин, забрали. А, не, все нормально. Блин, дорога не та. Сейчас заберем сначала, потом оборону. Так, а я курю. Блин, не видно ни хера. Хотя, по идее, эта карта быстрее загружается будет. Она маленькая. Самолетов тут нет, по-моему, но есть танки. Так как так-то? Так, в маленьком сарае, там, где я сижу, чувак залез. Надеюсь, он на второй этаж залезет. Надо докуривать. Как-то быстро загрузилось. А, тут уже чувак. Сука. Бля. Так, стой. У нас там тут двое. Кисти, бля. Бля, вообще не хочет подловить. А как свистеть? F. Так как так-то? Ну как же ж... Как же ж его... О, все-таки опережение тут есть, понял? По-другому быть как бы не может.
Не, на дальней дистанции, наверное, да. Ну да, надо спереди брать. А то я четко в него целю и думаю, ничего не попадаю. Так, я рядом с тобой. Опа, блин, убил меня танк с танком. Защити ту точку полушопа дополнительно. Я метку поставил. Метку ставишь, если ты выполняешь задачу, тебе опыт дополнит. Да блин, что у меня с кнопкой? А, нормально, вот, из-за того, что у стены. И в приседе. Да блин, опять убрал. О, танк по мне стреляет. А танк на крыше, это вообще жесть. Или это мне кажется, не знаю. А, показалось. Так, ты защитил все? Мне неудобно. С какого хода они щемятся, не пойму. Ты гад, а? Как у меня получилось два раза? А как два раза я стрельнул, не понял. Ой, с танка стреляет. Ну тут вот рядом машина с Панзерфаустом есть. Да, все, меня убили сейчас я. А, вон где они еще могут брать. С того сарая. Вон они как стоят, снайпера. Они от окон подальше ходят, чтобы не видно было. Понятно. Там давали? Нет? Не знаю. Я еще не обнаружил даже. Танк, ёпта. Хера. А, я тебе уже сколько раз сказал. Так я и не видел откуда. Так, как тут спуститься-то? Ёпта. Она делает ходов. Ай, блин, он меня так заколол. Со штыком, что ли? Да нет. Так. А чё, у нас все точки почти взяты. А нам вот два надо защищать. Там... Это ж я. Или на О1 поехать. Я поехал на О1, короче. А ты на чем, на велике? Я тебя подберу, я на машине сзади еду. Спрыгивай. Только в безопасности. Блин, меня с танка завалили. А нет, это противотанковое орудие, ничего себе. Прям впритык чувак завалил. Идет к конечной нашей базе. Сейчас попробую найти его. Бля, опять. Да как так-то? Вот тварь, а. Вообще его не видно. Ну, камуфляж, наверное, хороший. Ну да, он камуфляж. Да ну там пушка
противотанковая. Вот что это за звук, я теперь понял. Так, я на О1. Сука, откуда, блядь? Тут свет такой вечереет, непонятно. Ничего не видно. У них форма вот у советов и реально имба. Зеленая. Зеленая, да. Полевая, их хер видно. Но мы тоже можем одеть потом. Этот танк стоит, блядь. Где ты тут стоишь, дурачок? Вот у этого такая же. А, он отобрал у него. Все, победа. Че, может, за советом зайдем? Сейчас подожди, я начал получение. Так, тогда отряд надо распустить. Нарко. Выбирай советы. Тебя тормозит при выборе другой нации? Да, меня вообще тормозит. Меня тоже тормозит. Так, только тут что-то починить надо. Ну, что тут у него по прокачке? А, есть. Так, ты готов? Нет. У тебя звание 0, вообще не играно еще. Так, этот у меня угонщик машин тут. Что у нас за машина? Ой, машину еще не тоже надо. Ящик с боеприпасами сзади. Так, а что можно ему нагрузить тут? О, покрасить ее можно. Аптечки есть 4400, но могу купить, давай возьмем. Все, я тогда аптечки поставил на нее. Поехали. Ты говори хотя бы, когда в бой ставишь. Так, а я пока в туалет за ней, по-быстрому.
Так, а это сложное. Тут бы О1 сначала забрать. Но пацаны туда пошли, мы тогда на О2 пойдем. Так, сейчас я включу тут. Фух, как я устал вот это переключать постоянно. Угу, включилось. Так, отлично. Ой, блин, забрали О2. Так. Ты что там загружаешься еще? Угу. А чё такое? Чё? А, я не командир. Мы у кого-то в команде. Так, ну и где ты? Погружусь. Видос, короче, слышишь? А. Типок сделал охлаждение, короче, запихнул полностью все детали. Материнку, эту самую, ну, винчестер, это видюху, короче, закинул, ну, с блоком питания, все собрал, закинул в этот самый. Такой пластиковый бокс и залил маслом, короче. Подсолнечным, типа пассивное охлаждение. Ах ты гад, на крыше был, заметил. Хороший у тебя автомат. А тут другие немцы, чувак. Так, я смотрю, ты прешь, сейчас я тебя подберу. Тут немцы, которые нагибают, да? Ага, там и автоматы хорошие. Ну, постоянно какое-то днище нас кидает против. Да что ж такое? Ты живой? Ты на танк прешь, если что. Давай. Седай. А где? А, вот. Да что ты аптечку-то прилип-то к ней, с другой стороны заходи. А я ж думал, тут как там будет запулемет, а ну нет. Ну давай туда попробуем. Давай. Че, утонули? Да не, это ж советская машина. Толкнуть, надо выйти толкнуть, слышит. Давай, давай. Давай! На раз, два, три. Так а чё ты вылез? Садись за руль. А, ну да. Чё-то не садится. Пошли. Какая-то она стрёмная машина. Не, немецкая техника лучше. Да, у меня нет командования. Ну ладно, тихо-тихо, мы уже рядом. Это нормально берется. Он там один. Потому что карты маленькие. Это, короче, схватки, понял? Большие карты тебе нагружают.
Ну да. У меня тут тоже здесь 7. Нормально можно воевать. Давай, давай, смотри. Путин. Да нормально все. Теперь мы. Теперь мы. Сзади, сзади. Блин, это был танк. Ты живой? Нет, говорю, сзади. А, значит, ты еще живой. А, нет. Так. Слушай, командир у нас какой-то этот. Может, задай ему? Бля, он в карту смотрит. Видишь? Правильно, командир. Он, походу, контуженный после того раза. Ага. Давай его задаем. Так, блин. Давай, теперь с разгончика. Да не, там он мозг был. Мозг. Да, он нас гранатой кидает, слышишь? Командир-то наш. Что делаешь? Блять, кто тут ящик поставил? Ёбаный в рот. Все нормально, братан. Я на велосипед. Стой. Эй, братиш. Да, ну? Да. Да подожди тут, блядь. Ой, лень, тут сколько машин. Танк. А, это танк. Закидываем гранаты. Не закинется. Тю, все, блядь. Я только немца начал шмалять. Эти будут быстрые, да. А как ты хотел. Это те долгие, а эти быстрые. О, вы получили знак отличия за ожесточенное сражение. Сначала пехота повышает урон наносимой легкой техники 15% урона. Это надевать все надо. У меня вот стоит быстро начинает игру на обычной технике. О, это ж круче. Че, давай еще? Тут по экшоне. Давай. Денег почти не осталось. 1200. Все растратил. Ну, зато все целенькое, все починенное. Сначала тот чай допить, а не вот этот. Я уже себе по две кружки делаю. Да надо кружку ту большую термо. Да, надо. Так, а это что, уровень мой? Уровень игрока 11, ничего себе. На этот, на видюху ставишь кружку, нормально. Ага. А я видел, вот чувак себе брал кулер, ну точнее охлаждение блатное. Там капец, короче, сам радиатор, наверное, как блок питания размером, прикинь. И он ставится торцом, короче. Такой в длину торцом. И кулер на нем огромный. У меня вот кулер, там кулер размером вот с объем 120, короче, понял? Вот у меня такой кулер стоит на этом, на блоке питания. То есть один вентилятор с днища дует, получается. На весь корпус он такой. И там такая же херня ставится. Но только он сбоку, получается, стоит. То есть такой квадрат 800 гривасов стоит. Медные трубки там с него идут. Ну, обалденный. Но я так посмотрел. Меня, в принципе, и не греет особо. Кстати, AMD-шный кулер офигеннейший. Он даже, походу, на подшипниках. Так, та же карта. Я, короче, поехал. Я сейчас попробую центр забрать. Тут вроде самый что первый. У тебя запорот. F6320. На что за это там? 6 ядер по 3,5 стандартная частота. Когда я жарю, запустил, 4,8 ГГц выдерживает. Ого. Да хуй еще. Ну это этот самый. Intel или. Нет, AMD-шка. Я же только за красных. Почему красный? Потому что они гонятся, это раз. И выдерживают бешеные нагрузки, и при этом не особо как бы греются. Ну и фиксы греются вообще-то. Но этот не особо так и греется. Вот 60 максималка, как и на том. В принципе, нормально. Где-то тут дрыщ сидит. Да блин, здесь.
этом сарае, походу. Не, погоди, вот в этом. Ля, их уже тут 4. Ух ты, сука. Нормально так разошлись. Ну что, ты загрузился? А, алло, ты тут? Тебя нету в отряде, кстати. Тебя, походу, выкинуло. А нет у тебя тут? А Идзика какого-то вижу, а тебя нет. А меня пишут в бою. А, присоединиться повторно. Ну, окей. Блин, я не могу прыгнуть, что теперь противник черного цвета. Черный. Что ж ты меня зажал-то, браток? Ух ты, а это был танк. Захват не стримился, не? Не-не-не, я заходил, короче, меня не вспомнили. И не было офицерского состава, когда я заходил. Хотя это было за час. До захвата. Может, за полтора. Ну, я сказал, что еще зайду. Посмотрим. Ну, не захотят, пойдем другой клан, чё? Противоположный. Может, там позговорчивый будет. Свободен, что ли? Ну, конечно. Ну, не с 58-й армии ж какой-то начинать, согласен? Первый стрим такой. Это что? Не с 58-й же армии какой-нибудь начинать там. Это вообще. Бать, меня свой убил. Охуеть. Я же свистнул, пацаны, вы чё? А ты, по-моему, зашел, не? Что-то я тебя не вижу. Я видел какого-то третьего человека в отряде. Офигеть. А, с танка, ну понятно. Да, конечно. С танка мы все умеем. Я помню себя на танке. Жестокий. Там, кстати, эти... В этом... Танках ведут. Исы, короче, с задним расположением башни тяжа. Типа семерки, ну, похоже. Ну, мы же уже тертые калачи, мы же знаем, для чего это делается, да? Это же имба будет по-любому первое время. Да по-любому. Первый годик. Ну, где-то полгода, пока там задонатят, прокачать. Так, загрузи. На мотоцикле. А, он вижу тебя. Сейчас я тебя догоню. Пошли с того края начнем. Чё такое? Уедь. Германия победила. Ну, неудивительно. Ты видишь, как все поворачивается? Ладно, мы там нубасы, да? Не тащим. А остальные чё? Я только загрузился. Блин, а у меня, походу, менюха была все это время включена. Ну, ладно. Вот это вот меня и заморачивает, что я забываю. Так, ты тут хоть с нами? Да, чё, камень не путит. А, я командир отряда, а чё у меня Q не работает? Погнали.
Или здесь походу нельзя командовать. Или что-то я не пойму. Переключаем. А, высаживаемся уже. Тю, ёпта. Поехали. Так, он какой-то неадекватный. Зила. Тут снайперить надо. Так как так-то не добил? Зато я танкиста завалил. Я крут. А ты грузишься, да? Угу. Давай, братан. Вон она, его нога висит. Блять, братан, извини, убила тебя. Это только что такой. Так как так-то? Наглый прорыв сделал. Куда она там стреляет, непонятно. Сейчас еду, подберу тебя. На по этому берегу идем на точку. О, три, по-моему. Давай, 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 садись. Не с этой же стороны ты идем. Так.
Так, сейчас объезжать будем. Так, что это у нас тут? За красный цвет. Там. Нормально. Там уже умер. Да не, его да переехал. Он спал, чувак. Это кемпер был. Не обращай внимания. Да я тут спрятался. Правильно, правильно. Ой, не доехали еще. Блин, слишком до хера танков. Давай еще разочек. Вторая попытка. Давай, только это раньше сажимся. Раньше, ты думаешь? Да, да. Но ты видел что-то? А где ты? А, вижу. Я тебе уже правильным боком даже повернулся. Ну правильно, так и надо. Подковар. Можно просто объехать подальше. Вон они там танки стоят. Давай, блин. Да, блин, что ж ты тебя так подкидывает? Вообще она быстрая машина, хорошая. Держись. Это будет прорыв. Так, мы все потеряли. Все пропало. Что, все пропало, да? Угу. То есть нет смысла сюда ехать, хочешь сказать? Да, не, есть смысл. Все тут за кустами. Сажимся. Че у тебя там, ППШ я хоть надеюсь? Так откуда у меня ППШ? ППШ 50к стоит. Так, надо это. Заходи в домик сначала. Че там, нормально? Забираем, их тут нет. Защищаем. Так, там, блин, танки. Аккуратно. Пошел захват. Да не волнуйся ты так, Скиф. А, это ты? Так, к нам машина едет. А, не к нам, от нас. Еще один танк. Капец нам танков. Во дворе тут был. Да ты сильно не бегай. Да у него тут пулемет, ебать. Ебать, сраку нахуй, я пулемет забрал. Сука, не добежал, блядь. Даже заходи сейчас, смотри, там пулемет. Один? Да, один. Не похоже у него это на пулемет. У тебя пулемета нет. Ну, значит, куда-то он делся, мой пулемет. Ну, походу, взятое оружие теряется, хотя не должно быть. Нету. Я проверил контрольную тягу. На пороге, на пороге. Блин, я заряжался. Да, вот теперь был пулемет. Сейчас я тебя догоню. Там танк на поле. Там где тюки, а короче. А что-то я тебя не вижу. Опять ты где-то сзади. Я знаю. Надо этот там. Опять в объезд пойдем? Да, давай точно так же. Там танк просто слева. Вон он ей. Ладно, за кусты заехать, чтобы он не видел. И все. Так, ну давай ближе к К3. Прям близко? Давай кустами. Сейчас я прям туда въеду. Перепрыгиваем через забор и сразу атака. Давай. Костя, блядь, на жопе прокатился. А как так-то, блядь? Как так? Я смотрел в него, там столько патронов улетело. Вообще ноль просто вошло. Сейчас танки немного. Немного, нифига себе. Нас держит прям этот. Как этот? Расподрочь. Да стой, не беги, там танками все окружено. Они не дают машинам выехать. Ну ладно. А ты на чем? Так, тэпайся, сейчас будем объезжать. Понад водой. Так, где ты там?
это, блин, впереди теперь появился. Давай, 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 давай. Уходим. Слушай, а тут проезд, по-моему, есть. Ну давай, газуй. Тут не для машин проезд, тут узко сильно. Давай понад речи. Все ясно. Это был танк или что? Нет, пулеметчик. Его нету? Хуй его знает. Да вот же ж он живой тут. Короче, я двоих завалил. Пулемет взял? Да. Ну тогда вперед. Кустами, кустами, чувак. Кусты тут нормальные. Типа Германия. Это... Ты что видишь как-то? Да, да, что за херня? Ай, блин. Это заебись вообще. Давай за ней. Нет. Давай. За этих вообще чуть-чуть быстро. Как раз я пос... О, стальной кулак, более высокий урон бронетехники с помощью ручного оружия. Ага. Так, тогда распускаем отряд. Ага. Так, кидайте. Что-то опять у меня тут сломалось. Стоишь же, автоплощенка, чё ещё? Я готов. Погнал. И вот пока идет отсчет, подготовка к бою, вот уже у таких, как ты, уже могло бы и загружаться. Ух ты, кушать уже хочется. А вот только загрузка пошла. Так. Так, так, так. Командование нацепилось. Что-то там какой-то у нас, походу, читер был, понял? Меня блокировалось. Или бах. Блин, как бы у тебя мотоцикл угнать, а? Чего мне нельзя на мотоцикл-то сесть?
что за херня? Да что ж такое-то? Ой, я тут был, по-моему, тут интересная карта. А нет, это не она. Так как через дерево-то, ну? Чё за херня? Чё с ними не так? Против Америки играем. Вообще неубиваемая, смотри. Ну что ты там, Стас? Сейчас я тебя покатаю. Гала машина, да, тут вообще? Как так-то? Ах, жесть. Ты грузишься? Дончик. Угу. Да. Да-да. Есть. Тебе надо виртуальную память добавлять, наверное. Да вот так же сейчас включаем. Так. Да чё?
не моя машина, да, типа? На А2 иду. Капец, такая же самая машина. Сука, бля. Как так-то граната от тебя от головы? Ты бы видел этот прикол. Лезет чувак по лестнице, кидаем туда вниз гранату. Она врезается ему в голову, отлетает назад. Это жесть. Нормально. И не убила в итоге ни его, ни меня. Ну хорошо. Садись, садись. Спасибо, что тебя не убило. Да ебаный в рот. Вот ты лезешь все время с той штуки. Давай это, наверное. Да хорош ты. Эконом патроны. Да, тут целое подразделение приехало американское. Там престиж, блядь. Гранату туда. Гранату закинь. Окей. А, там свои, блядь. Сука, блядь. Блин, я только взял хорошее оружие. Они тупо с Томпсонов тут все хвалят. Ой, мы сейчас, по-моему, на Сосамбо опять. Там, смотри, лезут, капец. Поздно сказал. Давай я тебя подберу где-то. Да вот. Чё-то тебя кидает постоянно куда-то подальше. Так, давай тогда на вот это. Вот смотри, вот бежит медик. А он на своей волне. А хули от него толку, блядь? Давай, давай, вот. Так куда ты так встал, ёпта? Встал. Это же машина. Тут будет машина, ты поймешь, куда там встал. Так я не могу повернуть этот сам. Ну, ее занесло, что я сделаю. Ты не думай, что там нажал на тормоза, и она остановилась. Она еще едет. Ёпта. Я подбежал, так и думаю, что это за херня, а тут противопехотная мина. А, красная хуйня, да. Да, я думал, что там, когда подберу сейчас, что-то матерое, короче, подорвался. Блин. Да, она вообще на морозе поехал, не подобрал, сука. Мудак. Так, я тут подхожу. Так, мы захватываем это. Вот, вот три. Пока месть. Ага, вот. я тут. Тоже. Бегу. А, когда садишься, прицел, мушка меньше становится. Статично. Боже ж ты мой, забрали. Ну надо тут посидеть. Надо, но я туда пока отдам приказ. Так, и беги, беги там слева. Я жду. Гранату кинул. Тут заходить. Я жду, пока я зайду. Шоу. Но у меня нету никого. Блин. Четыре человека, прикинь. Четыре, братан. А сколько наших? У них побольше команда, кстати. У них 20, у нас 18. Ну не в этом дело.
Давай, давай. Да, что ты не садишься, сука? А, он занял. Ладно, езжай. Неужели ты нашел? Это тот, кого мы сбили. А, злой. Видишь, как ее носят? А что, мы проиграли, да? Да. Так, ну что, может еще разочек-то хорош? Да не, мне уже надоело. Да давай, последний. Тоже время. Ну последний, что-то, я же не говорю, там еще куча боев. Ну ладно. Последний, давай. Маленькую тогда выбирай совсем. Совсем-совсем маленькую, окей. Угу. Хорошо. Я боюсь, что я прошлый бой не успел переключить. Так я не понял тактика, он кидает гранату, она взрывается, он сразу забегает, его, короче, в это в дыму, короче. Так и он не видит, поверь, если у него там ничего не отключено. Ну так... Не, если у него пулемет, то он забегает и чисто поливает, базару нет. Там как бы не особо надо разбираться, где кто стоит. Ты ж смотри, тут от звания зависит, вот это деньги, что мы получаем за бой, это хуйня. Тут вот мне платят раз в час 12 тысяч, по-моему, от звания зависит. У меня звание 7. Вот там на деньгах написано. Вот следующее будет. Блин, как эту штуку убрать? 10 900 в час. А сейчас я получаю 10 500 в час. Солдат получает основное жалование за время, проведенное в бою, независимо от того, как он проявил себя. Это жалование представляет собой сумму кредитов в час, размеры которой зависят от звания солдата. Выполнение действия на благо своей стороны приносит дополнительные кредиты помимо жалования. Это победы предоставляется дополнительный бонус. Вот последнее жалование будет 15 600 в час. Так. Переключаемся. Пока я не забыл. Я вот это буду провтыкивать от стопудово. Так, есть. Минуту ждать. Не, ну на ультрах она красивая. Базару нет. А я вон вижу твой пинг смотрю, он гуляет. Но у тебя еще не самый плохой. Сейчас у тебя почти 4 палочки. Да, до 3 падает. А вот у чуваков некоторые до 1. Это очень маленькая карта, братан. А где ты, кстати, тебя опять нет? Ты, короче, пока загрузишься, мы тут... Оно выкидывает, я загружаюсь почти полностью. Я понял.
Ну это нехватка там человек, это ресурсов, автоматика срабатывает, блядь. Куда вы тут на машинах едете? Тут даже ехать не надо. А сейчас победа, наверное, будет. Тут одну точку свою захватывает. Я знаю, вот так я играл сегодня долго, блин. Там уж перехватывает, бежать близко, и оно за руку руки переходит. Тише, тише. Не ругайся. Извини. Сам себя оглушил, да как так-то? Чувак тоже со снайпой зашел. А, вот это же стоит, понял, что-то. Ой, я тут такую телегу взял, мне бы на крышу сейчас как-то залезть. А, ну чё ты там взял? Пока сейчас подойду. С оптикой. А я могу её выкинуть, по идее, тебе отдать. Залез? Да-да, ну покажи. Вон, смотри. Забирай. А, гарант с прицелом. Mm. Да, тут настраивать высоту можно. Как так-то? А ну ты, в окно там, где машина. Ага, тут мешает. Да вот мешает, да. Стекло забаговалось. Да ёпта! Стекла. Тут стекла сначала надо разбить, оказывается. Они не разбивают. Ничего, они больше не бегут. Ага, гранату кто-то выкинул. Со второго этажа. Я побегу. Ай, блин, тут, снял снайп. Тут в соседней комнате. Я уже умер. А. Думаю, кто там, блин, стреляет. А ты живой? Нет, он не где. Ну, рот тэпайся, сейчас тебя подберу. А, ну ты далеко и так. Да что, может, покатаемся с пулемета и погасишь? Не-не. Тут так, тут надо пробираться. Ну, как лучше. Да ёптвою. Сука, залагалась. Блин, у меня чисто танка, чисто этого. А, гранатой, прикинь, гранатой. Как так? Так, охуеть, блядь. В доме где-то там засел, чуть снимает на подходе. Вот надо тоже так делать. Так, если б знать, у них подход. Я на таких картах просто не играю. Беги, беги. А что за пиздец?
Ебать. Красава. Блин, ну ему вот с вот этих вот карабинов полегче стрелять, чем мне. У меня перезарядка капец. Там где-то... Сука, где он, блядь? Откуда? Где эта точка там? Где эта точка, я не понял. Не знаю. Типа ты в городе, все нормально. Блядь, не видно нифига. Сука, не лагай, блядь. Так как я прям в голову-то стрелял, ну? Хоть тут техники. Да, техники, да. Так, показывает хоть стрим. Да иди нахуй, пидорас. Сука, тварь, блядь. Какого хуя, то 130 FPS, то проседает до нуля, что за херня, блядь? Ну, залазь. Помогайте, братан. Набегу. Угу. Ты лежишь или умер? Я лежу, чувак. Я хотел под машину залезть, не залазил. Кемперю тут. Нифига не попадаю. Давай, я подвинусь. Ну там, впереди лови еще. Да нормально, да не, не шум, да достанешь. Сейчас побегу. О, забирается. Сейчас заберем. Вот ты молодчага, машину поставил прям вообще. Супер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
гандон машину-то поставил, как, а? О-хо-хо-хо-хо! О, машина исчезла. Блин, расстреляли. Они на базе, прям на этом, на вышке. Вот это я там чувака поймал. Да я пош... Сука, пидорас, блядь, прибегает такой прям в упор. В упор. А так лучше побегу. Снайперский взял. Я тут домик залез, чтобы вам помогать. Давай. Блин, в доме. Отгад. Я только-только себя расчистил. Да, тут будет долгая битва. Пока не закончатся эти очки. Так, смотри, у нас... Да, у нас еще 377. А у них, кстати, больше. У них 477 жизней. На сотню больше. Да, сука, как ты меня, блядь, снял так, игриво, блядь? С этого, с пистолета, пулемета на пределе дистанции. Вроде раздавил его. Исчез гарант снайперский. Что за хуйня? Ну их больше. А кто мы? Ну как так-то? Мой боже, что мой. Так, ну что ж, ребят. Как-то так. Все, давайте. Всем бобра добра. И пока.